Дорожки, которые щебенкой отсыпаны, какие-то дальнейшие на них действия будут проводиться? То есть они эксплуатируются только в летний период. В зимний период они не эксплуатируются. А летом вот там бортиков нету, грязь не будет смешиваться? Дождевые выше. То есть газоны, так как земля свежая, она подсядет, то есть, соответственно, если будет смешиваться, будет очищать. Тем более будет посадка газонов, то есть трава укрепит землю, то есть она должна быть для того.